общем, выбрались с Леной Колизею. Поглазеть вообще, еще на все. Ну, вообще, снимай меня вообще. Я звезда Страдниера в Риме. Давай. Привет, ребята. Чао. Звездуй. Мы вообще выбрались, не тоже Колизей. Мы вообще из дома вышли и вообще взяли камеру, включили ее. Да вот где он, не видишь. Лена, расскажи, что за конь? Что это такое вообще? Я не знаю, это пол коня и пол коня. Интересно, что возле Колизея установили какого-то коня. При том, что никакой таблички нет, что это за конь, почему он здесь стоит, что это символизирует. Просто конь. К нам кот приехал, мы в ближайшее время запишем серию про нашего кота. Потом мы тебя заберем в Италию, я тебе обещаю. И поверь, это на благо нам всем. Ты там, я уверен, найдешь свое место в Италии. В каком-нибудь тихом итальянском дворе. Уверена, что это Макс? Да. В шапке, смешной такой. Макс, ты такой смешной в шапке. Спасибо. Макс веселый человек. Он сделал стекло, перелепил его на стенку, теперь ходит, всем показывает. Фонарем сейчас светит, а оно отсвечивает. Из зеркала сделал. Психопат.